А после обеда Дед Мороз навестил детей в Омском онкологическом диспансере. Волшебник подарил ребятам раскраски и карандаши. Ну а те подготовили для легендарного персонажа стихотворение. Стишком ты меня, старика, порадуешь? Знаешь, скажешь стишок-то. Дед Мороз всем подарки дает. Ай, спасибо, и, конечно же, тут хорошие, замечательные северные люди. Таких больше в других уголках, наверное, нет. И очень замечательные, хорошие ребятишки, которым я сегодня вот именно здесь, в этой больнице, пожелал скорейшего выздоровления. Ведь многие из этих ребят не попадут на Новый год. И я сам лично приехал, поздравил их с наступающим Новым годом. Впрочем, свои желания успели загадать и взрослые. Чаще всего мечи, по словам Деда Мороза, просят метро, и чтобы снега было меньше, убирать тяжело. Дети же мечтают о здоровье, чтобы желание наверняка сбылось. Они весь год себя хорошо вели. Не забыли ребята и о материальных подарках для самого волшебника. Я для Деда Мороза готовлю Сейчас я готовлю для него снежинку. Я хочу, чтобы соседка, которая лежит рядом со мной, она была здорова.